верхушка, вот она стоит. А так, веточки, все. Зелень будет, игрушки, гирлянды. Ну, как обычно. Уже 4 года ее ставим. Ее с Украины привезли, эту елку. Вот оттуда с Киева и привезли вот эту конструкцию и все. Вот так мы теперь и ставим. Мы христиане, и мы праздники не празднуем. То есть мы считаем, что елка – это языческий праздник. Чтобы она была нормальная, красивая, зеленая. Не все связано с политикой. Семейный праздник должен быть семейным праздником. Хочу, чтобы все будет хорошо для каждого. Елка есть елка, должны игрушки, звездочки быть, светиться, чтобы красиво было. Покупать?